ДТВ, представляю. Друзья, всем привет, с вами канал ДТВ, у нас на распаковке супер для блогов микрофон. Вот, купил я его за 1200 рублей на Алиэкспрессе, ссылочка будет под видео. Так, где ты купил? На Алиэкспрессе я купил. Вот. Итак, давайте начнем. Значит, ближе к концу видео я обязательно протестю его, покажу, как он звук у него и все остальное звучание. Называется конденсер микрофон Sound Recording. Такая надпись. Давайте мы сейчас посмотрим всю коробочку, покрутим, повертим. Даниил, прекращайте. Прекращайте. Так. Ну, давайте откроем. Да, пришел он, значит, по-моему, доставка по России, там из России он был, из Москвы ехал в Санкт-Петербург. Что это? В течение 3-4 дней где-то. Вот. Это микрофон. Здравствуй, Даниил. Итак, поехали. Поехали. У нас здесь мануал, книжечка вот такая. Так, вот у нас децибелы, кто соображает, понимает, ну, для того все это подойдет. Совместим он с Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и с MacBook'ами, соответственно. Материал у него металл, пластик, работает через USB 2.0. Вот сигнал, как вы видите, 78 децибел гасит, я так понимаю. И... все остальное. Так. Ну, это ладно, это не обязательно все смотреть. Итак, давайте дальше. Значит, что у нас тут в комплекте? Тренога вот такая красивая. Дальше. Вот такая штучка. Держатель, папа, так понимаю. Ух ты, какой кабель хороший, USB-шный. Толстый такой. Единственное, что USB, конечно, могли бы через Type-C сделать. Но... знаете, да, как раньше на принтерах был вот этот USB-шка. Ладно, посмотрим сейчас. Так, и сам микрофон. Все, в принципе, что-то там. Так. И не знаю, что это, что-то такое. Все, давайте я сейчас соберу, и мы вернемся. Так, друзья, собрал я его вот в таком виде. Вот. Очень презентабельно выглядит, вообще шикарно, я бы даже сказал. Сейчас я освещение немножко уберу. В таком виде. Кнопочка здесь. Сейчас нет освещения, все-таки включу. Так, соединяется он снизу, вот здесь USB-шка, такой кронштейн, шикарный, конечно. Ну, давайте сейчас мы посмотрим, как он будет работать. Друзья, всем привет, сейчас мы пробуем наш микрофон, слушайте внимательно, нравится он вам, не нравится. Такая красота, вот она, вот он мигает здесь, сейчас я разверну. Вот, говорить надо вот сюда, вот в эти вещи. Сейчас я опущу, раз, 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 слышно меня, раз, раз. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал ДТВ, ставьте лайки. И всем пока-пока.